Доброе утро, друзья! Сегодня 29 января, утро в Алуште. С вами канал «Дневник коренного крымчанина». И я продолжаю сегодня снимать серию рассветов. Горизонт уже окрашивается в такие яркие тона. На море штиль. Ну, хорошая погода, 12 градусов тепла. Но зима в Алуште. Хочу сказать, что в этом году мы в Алуште снега так и не увидели. Хотя идет уже, заканчивается второй месяц зимы. На перевале на Ангарском выпадал снег, катались на санках, на лыжах, но в Алуште его даже и не пахло. Друзья, солнышко уже поднялось из-за тучи, из-за горизонта. Яркое солнце. И сразу все озарилось, а лучше залито солнечным светом. Привет, как дела? Здрасте. Для себя снимаем или канал свой? Нет, для себя. А откуда приехали, если не секрет? Здесь местные. Местные, да? А у меня свой канал на YouTube. Да? И я как снимаю. Дневник коренного крымчанина, так что можете подписаться. Хорошо. И посмотреть. Ну, солнышко уже хорошо встало. И получилась такая солнечная дорожка. Золотая дорожка. Классно. Сейчас я пойду спущусь ниже, ближе к берегу подойду, чтобы она более яркая получилась.
здесь же находятся возле ротонды наши всепогодные рыбаки. Друзья, даже еще купаются люди у нас. Вода тепленькая, наверное, 13 градусов всего. Десятка, наверное. 10 градусов, да? Может, даже больше. Ну, она бодрит так вода, да? Немножко. Немножко бодрит. Спасибо. Друзья, вот такой удивительный рассвет у нас получился сегодня. Погода в Алуште просто шикарная. Люди купаются. Ну, наверное, это моржуют люди. И самое интересное то, что в Алуште в этом году, как я уже сказал, зимы практически не было. И снега тоже. Ну, были морозы. Небольшие, минус 2. Ну, как-то они незамеченно прошли. Друзья, вот такой удивительный рассвет у нас получился сегодня. Погода в Алуште просто шикарная. Люди купаются. Ну, наверное, это моржуют люди. И самое интересное то, что в Алуште в этом году, как я уже сказал, зимы практически не было. И снега тоже. Ну, были морозы. Небольшие, минус 2. Ну, как-то они незамеченно прошли. Друзья, с вами канал Дневник Коренного Крымчанина. Ставим комментарии, лайки, подписываемся на мой канал. Всем удачи и добра. Еще увидимся обязательно.